нас с 1 мая будет введен особый противопожарный режим. С 1 мая на территории Подмосковья будет запрещен пал травы, будет запрещен разведение костров в отведенных для этого местах. Мы должны все понимать, что пожары происходят в основном от человека. Человеческий фактор – основная причина всех пожаров. И для того, чтобы мы не допустили в этот сезон масштабных природных пожаров, нам надо внимательно относиться к своему поведению, рассказывать это детям, проводить такую разъяснительную работу.